спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Ава, с вами Юлик, и сегодня я вам покажу, наверное, самый мерзкий клип, который выходил за последние... Да никогда не выходил настолько мерзкий клип. И да, да, это снова участники хайп-кэмпа. Удивительно, почему так происходит, что участники хайп-кэмпа делают какую-то хуйню, за редким исключением. Ты чё жрёшь-то? 2 часа ночи! Гоя, заедаю! Да, это именно те ребята, Женя и Илья, которых выгнали из хайп-кэмпа. Жру как сука, как ты вчера! Я жру как сука? Чё? Я жру как сука! Ты шутишь как сука и выглядишь как сука. И этот клип, ребята, был ошибкой. Блять, песню придумал! Очень агрессивное и неприятное начало. Вот еще не началась музыка, но уже как-то не по себе такой. Это же тот из хайп-кэмпа. Фу, он матерится. Крутые спецэффекты из Пэйнта. Целую неделю я жру как сука. Вот мы записали смешной клип. И я не говорю, что я имею право судить других, но то, что мы сделали по фану, выглядит в миллион раз лучше того, что я успел увидеть и услышать. Вот этого странного затюненного голоса. Каждый день каждый день бургерами из бургерами из Дака. Дака я кормлю своих бледей. Блять, слово «бледей», которое звучит из его уст, заставляет меня чувствовать себя неловко. Заводи друзей, покормим, но если надо, отпоем. Но если надо, отпоем, типа, бля, мы им бухнуть и пожрать, ну, бля, братишка, на что я знаю. Только, блядь, миллионы рублей из хайп-кэмпа нету. Жиг Дэниел шауха, топим глотку каждый день. Девочки любят меня под... Блядь! Вот это зашквар! Он тут на Савельева похож! Вы просто посмотрите, одно лицо. Может, я решала, суть не платит худогами. Если у тебя жратва с вином, размазанный по рылу, то это не выглядит круто. Это выглядит, блядь, мерзко, кринжово. На что они пытались сделать? Какой-то пародийный клип? Крутой трычок для сучек и бледей, как вы сказали. Клиенты принимают, девочка просит и рис. Господи, как меня прямо... Я вот вижу его лицо и вот это... И все больше вопросов в голове появляется. Когда вы это снимали, вам не казалось это странным? Когда вы это монтировали, вам не казалось это... Нет, не странным, мерзким. Мерзким, это мерзость. Просто мерзость. Ведь во что она тает каждый день под скитлсом. Мы в берлоге угораем. Лучше бы вы выполняли задания на хайп-кэмпе с таким же усердием, как, блядь, жрете и клипы снимаете. О, Bells и Sema Sound, обжира. Вот это да, вот это трек. Нам не надо быть на стиле. Не мне говорить, но он как-то разжирел. И если я жирный, выгляжу как счастливый, мягкий, добрый мишка, то он выглядит как какой-то бухой дальнобойщик. И где они вообще взяли этих женщин? Кто вообще согласился на это? И вот ей. Ей нет 18, по-моему. Это маленький ребенок. Что он там делает? Мы так модные парни. Живем, бухаем так, как надо. Свое здоровье поправляем. И этот клип получает золото в номинации «Самый кринжовый клип». Принадлежим доширакам. Кипяточком заправляем. Все бабло на хавку и бухло в магазе спускай. Эрик Нейтрон, где ты? Эрик Нейтрон, приди, пожалуйста, научи их писать нормальный рэп. Зря я нагнал на Эрика Нейтрона, честно хочу признаться. Нельзя так делать, когда в мире существует вот такое. Я жру как сука, я жру как сука, я жру как сука, потому что это нужно. Одна девушка согласилась дать себя шлепнуть по жопе, и они из этого три куска три раза вставили, такие: господи, это женская жопа, вот это да, женская жопа, впервые в нашей жизни, давайте вставим ее несколько раз в клип. Я жру как сука, я жру как сука. Ты, блядь, в школу завтра пойдешь и пизды от бати получишь. Я жру как сука, потому что это нужно. Я жру как сука. Знаете,
Вообще само поедание пищи выглядит, ну, не очень приятно. Это неприятный процесс, это противно. Так что тема для клипов выбрана отвратная. Жду, ребята, от вас следующих треков. Я сру как сука, я драчу как сука, я ковыряюсь в жопе и нюхаю пальцы как сука. Но вот это Илья будет делать, я думаю. Я жру как сука, я жру как сука, потому что это нужно. Это нужно? Что? Эрик Нейтрон, пожалуйста, пожалуйста, разберись, Эрик Нейтрон, молю тебя. Я жру как сука, я... Еще одни школьники, что? Господи. Я жру как сука, а потом я сру как сука. Сука! Вы что, издеваетесь? Насколько неправильно нужно понимать вообще, что нужно людям? Насколько нужно иметь плохой вкус, чтобы в середине трека вкинуть то, о чем я шутил, как, сука, оскорбление использовал для них. Я жру как сука, я жру как сука, я жру как сука, потому что это нужно. А новые слова будут, нет? Я жру как сука. Видимо, нет. А, вот жопа будет, здорово, классно, охуительно. Думали... Одной жопы хватит, чтобы весь клип вытянуть? Нет, не хватило. 7500. Пожалуйста, в этот раз не надо ставить дизлайки. Давайте вот будем... Просто игнорируйте это. Пожалуйста, Эрик Нейтрон разберется. Вот не надо. Я... Блять, серьезно, не ставь дизлайком. Если вы будете много дизлайков им ставить, то этот клип выйдет в тренды, как было с клипом Dash Day. Так что давайте будем терпимее. Побомбим. Выскажем мнение в комментариях об этом клипе. Но не будем его искать, смотреть и... хоть как-то с ним взаимодействовать. Я обжор не ебаться, ноги растут прям от пуза, не хожу в зал и кричу. Фу, почему все, что они делают, это так противно? Танцы не качаю под бузу. Девочка рядом со мной жрет Калифорнию роллы. Калифорнию роллы. Ты не сам текст писал, да? Либо ты очень в себе самоуверен и не боишься буквы R, либо ты не сам себе текст писал. Потом погнали фотки в ее ленту Инстаграма. Я куплю побольше сала, чтобы даму смазать. Ну да, зачем покупать, у тебя и так немало его. Глотку проглочу, мизин заем худогом, что лежал на вовке. Это очень плохо, ребята. Я не справляюсь, не справляюсь. Мама позвонит и спросит, что ты ужинал, сынок? Я скажу всем тихо. Я скажу, иди нахуй, блядь! Что, не такой текст будет? Мам, я ел твой постный плов! Бура, бура! Скушал вкусный плов! Блядь, мне кажется, я знаю, чем они вдохновлялись. Шаурма! Раз и навсегда, блядь! Только вот это сделано пиздато, а то, что сделали они, сделано отвратительно. Хотя нет, нет, знаю, с чего они спиздили эту идею. Как умыся, она любит бешбармак. Идем мы с ней с коромыслом в ведрах тан или айран. Но опять же, это сделано охуительно, это не противно. Так, возвращаемся. Я сделал небольшую передышку, возвращаемся к Калу. Накормил братков, бабы лезли к нашей та... У него по ебалу вся еда размазана, а он еще и бородатый, а в бороде еда застревает. Парено, мы пловы не дали, жрите свои шоколадки, раз сегодня не давали. Я жру как сука, я жру как сука, я жру как сука, потому что это нужно. Потому что это нужно. И опять жопа, блядь. Потом я сру как сука, я жру как... Нахуй. Нахуй. Я почти досмотрел, но я не могу это досмотреть. Это очень плохо и очень одинаково. Они используют те же самые кадры. Ну, то есть клип буквально повторяется два раза. На этом все. С вами был Юлик. Ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на канал, ждите хитов от группы Мальчишки. Всем пока.